В числе основных вопросов на заседании городской думы – совершенствование системы образования, капитальный ремонт городских библиотек и пищеблоков в школах. С докладами по этим темам выступили руководители профильно-городских департаментов. Наращивать темпы ремонта пищеблоков стало возможным благодаря использованию типовых проектов. Сделано 28 пищеблоков в этом году. Это большая очень цифра. Конечно, в этом ключевая роль и губернатор Самарской области, и главы города. Мы сегодня предложили дополнительно еще раз рассмотреть на следующий год, когда и где, в каких школах будут делаться капитальные ремонты пищеблоков и применить эту практику. Новые модельные библиотеки – это творческие пространства с современной инфраструктурой. Здесь можно не только с пользой проводить свой досуг, но и устраивать научные конференции. Я приглашаю наших самарцев и гостей нашего города, так сказать, вот, посетить модульные библиотеки, которые прошли вот этот этап реконструкции. Вот они тематические, авторские. Сейчас в городе функционируют 4 модельных библиотеки. Учреждения обновляются в рамках национального проекта «Культура». Ксения Баканова, Константин Головин. События.